Только вот чего хотят женщины, а? Я не могу разобраться. То хотят, чтобы их приглашали на свидание, то нет. То хотят, чтобы мы проявляли инициативу, то нет. То за волосами надо ухаживать, то не надо. Чего же вы хотите, женщины? Этим вопросом задаются множество мужчин. Никита не исключение. Он занимается продвижением образовательных программ в Запорожье. Легко может найти общий язык со всеми, в том числе и с девушками. Но вот до конца понять особенности женской души ему не удается. На самом деле я не знаю, чего хотят женщины. Их не поймешь. Они то хотят то внимания, то не хотят внимания. Есть девушки, которые много работают, им не надо твое внимание. Одни хотят одно, другие хотят другое. Это космос какой-то. У психологов есть свой ответ на этот вопрос. Говорят, каждый из нас хочет одного – любви. Но проблема в том, что женщины не научились правильно заявлять о своих потребностях. Может показаться, что это какой-то каприз, да? Ну, там, вот я хочу, чтобы ты меня обнимал и носил на ручках. Это выглядит как такой каприз. А на самом деле это потребность женщины в безопасности и в заботе. Каждый год число семейных пар, которые распадаются из-за непонимания, увеличивается. Женщины высказывают свои недовольства, а мужчины не понимают их претензий. Я, наверное, что-то натворил. Что-то плохое, точно? И должен знать, что... А может, тебе кажется, что я это сделал? Для мужчины не так важно общение, ему больше хочется дома помолчать скорее. То есть он приходит туда отдохнуть. Для женщины потребность во внимании, да, вот, она действительно достаточно остро стоит. И мужчине важно, конечно, это понимать. Семейный психолог рассказывает, существует 5 языков любви. Все они необходимы женщине для гармоничного существования рядом с мужчиной. Это совместное времяпровождение, подарки, помощь, прикосновения и слова поощрения. В этом случае тоже важно, ну вот хотя бы минимально спросить, да вот чем ты сегодня вообще жила, что ты сегодня делала, и ну, послушать это все-таки, да, как-то вот. Психолог Антон Карцев с точки зрения мужчины рассказывает о потребностях женщины в 21 веке. Говорит, они хотят не только внимания, а скорее признания в обществе. Скорее всего, у женщин есть эта потребность, особенно выраженная, чтобы их уважали и ценили как личность. Не просто как женщину, а как личность в истинном смысле этого слова и понимания. Психологи объясняют, для женщины внимание, забота и комплименты не просто капризы, а духовная пища. Кроме этого, рядом с собой она хочет видеть надежного мужчину. Понять потребности женской души без намеков не так уж сложно. Но пока мужчинам это не совсем удается. Дорогие девушки, мы, мужчины, очень часто многого не понимаем, а в особенности вас. Говорят, что мужчины не понимают намеков, и это правда. Если вас что-то не устраивает или вам что-то не так, вам мало внимания, мы как-то неправильно ведем нас с вами, да, то, пожалуйста, просто скажите нам это прямо. Сидония Аракелян, Андрей Снесаренко, Олег Мовчанюк, Дарья Зырянова, ТВ5.